Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Снайпер 2 Воин Призрак. Продолжаем проходить кампанию «Сибирский удар», кажется, так она называется. Вот, где мы на какой-то сибирской исследовательской станции или что-то вроде того. Ну, военной базе, где развернута исследовательская станция, как я понимаю. Вот. Так, ну давайте посмотрим, что же ждет нас за дверью. Ага. В принципе, ничего такого странного. Один из наших убит. Да блин, чё ж вы так бежите-то? А откуда еще пальба-то? Блин, вообще плохая идея была на самом деле, то, что я сейчас сделал. То есть лучше вот так вот не делайте, как я сейчас сделал. Видишь его? Вражеский снайпер! Ёшкин кот. Так, и... Все на позиции! Ё-моё, вот это я зря сделал. Блин, он же был тут, за дверью. Замечены враги! И чё вы тут бегаете туда-сюда? Они, конечно, жесть жгут. Кто-нибудь видит его? Блин, я не понимаю, вы куда тут все попрятались-то? Так, давайте заюзаем аптечку одну. И поперли, как говорится, как там. Да, плохая была идея с аптечкой. Вот. Ладно. Сейчас попробуем по-другому. Сосредоточиться, прочесать все строения. Попробуем скрытно сделать все. Все делаем скрытно. Убить часового было плохой идеей. Так, ну вот этого я снять просто не мог. Точнее, не мог не снять. Стоять, не поднимай тревогу только, чувак. Все спокойно. Ребята, спокойней. Спокойней. Все у вас хорошо. Никаких снайперов тут нет. Это просто ветер дует. Откуда я? Просто обычный ветер. Блин, контакт это плохо. Ё-май, да откуда ты тут взялся? А вы откуда здесь взялись? Так, ребята, аккуратней. Контакт с противником, это, конечно, все хорошо. Я, кстати, их, по-моему, снял одной пулей из пистолета. Что немаловажно заметить. Не вижу его.
Слышь, чувак, ты тут где вообще сидишь? Стоять. Бояться. Так, еще один где-то. И еще один где-то. Есть. Так, разобрались с народом. О, кстати говоря, у нас откуда-то куча патронов на пистолет возникла. Это хорошо. Не может не радовать. Так, все, здесь в этом районе всех перестреляли. Так, что у нас тут? Так, ребят, вы на одну линию не станете, чтобы я вас жахнул. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай! Есть! Четко. Четко в цель. Так, очередное сохранение. Это хорошо. Новая контрольная точка. Так, побежали. Побежали вперед. Новая задача. Добраться до пункта наблюдения. Еще одно сохранение. О, тут походу жесть сейчас будет. Так, мне подсказывают, что у меня тут стоит противник. Вон он, я его снял. Так, это было очень легко. Очень-очень, я бы даже сказал, легко. Вы двое. Я вроде отдал приказ убрать с дороги эту ржавую железяку. Мы не... Не что? Не слышали меня по рации? Это значит, вы либо тугие на ухо, либо не выполняете приказы и не держите канал открытым. И вы знаете, каковы последствия в этой организации. Нет, сэр. В смысле, мы не думали, что это приказ нам, сэр. В смысле, мы же не техники. Блин, так прикольно, в России никто не говорит «сэр». Ни в армии, нигде. Я сказал всем патрулям в секторе. Вы патрулируете этот сектор? Да, сэр. Сэр. Тогда я хочу, чтобы вы завели этот драндулет, и чтобы вас тут не было через 10 минут. За дело! Так, ну я вроде бы тут уже переполз. Интересно, вот как он ползет, да? Вот, когда мы назад вот так ползем. Как насчет перекура, засранец? Жесть, вы это... Кто-то нас... Да ёшкин кот, откуда? Стопэ, я не снайпер, я только учусь. Все на позиции! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, похоже, нам сейчас будет карачун, ладно. Попробуем пробежать. Но у нас сейчас ничего не получится, это стопудов. Вот. Я, собственно, так и думал. Но ничего страшного. Да, спалились мы немножко. Совсем чуть-чуть. Слушайте, а его ж прикольнее с ножа снять. Вы двое. Я вроде отдал приказ убрать с дороги эту ржавую железяку. Мы не... Не что? Он убит! Кто-то видит? Так, вот сейчас уже интересней.
Блин, я пока выбирал... Замечены враги! Вражеский снайпер! Ёшкин ты кот! Ни черта себе, вот это вот сближение опасное. Так мы еще выжили в этой ситуации. Ой, жескачи, провокация. Так, а вот теперь уже интересней. Мне показалось, это чья-то рука. Так, ладно, пойдем тихо. Ага, противник сидит за этими ящиками, скорее всего. Или нет? Ну, скорее всего, да. А, нет, пардон, он где-то здесь. Откуда палево? Да кто меня палит? Я снежок. Откуда стреляют? Блин, вашу мать. Я в этой метели. Ага, вот ты где. Есть один. Ёшкин ты кот, я даже не видел его. Бинокль. Так вообще не вариант там что-то разглядеть. Так, давайте попробуем забраться сюда наверх. Так, спокойней, спокойней, ребята. Ага, есть контакт. Лови. Все, с этим разобрались. Так, а вот теперь остался еще один. Непонятно, где сидящий. Опа, я, кажется, что-то видел. Вот он-то. Лови, красавчик. Пульку. Так, есть. Да, тяжелый этап игры был. Довольно-таки тяжелый, но ничего. Мы справились. Перезаряжаем. И винтовку тоже перезарядим. Отлично. Нам бы аптечку не помешало найти. Ладно, использовать. Я вот не знаю, использовать или не использовать сейчас аптечку. Ой-ой-ой. Снайперское подразделение. Это цель номер один. Где, 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 где? Там на вышке, что ли, кто-то? Лови пульку. Я вообще пули не вижу. Ха-ха! Кажется, пуля не отрисовалась сейчас. А, вон они внизу, втроем стоят. Так. Значит, сейчас они пойдут, разойдутся. Так, тебя, походу, уже можно снять, я так думаю. Твою мать. Эти готовы. И
есть еще один. Так. И где-то сидит еще один. Чувак. А вот он-то как раз за елкой сидит. За елкой мы его фиг увидим. Вот же ж ты и спрятался. Ага, в принципе, тут у нас неплохая защита есть. Так. Где-то он сейчас уже должен быть мне виден, но я его не вижу. Где же ты есть? Чувачочек. А, вот он ты. На тебе. Снят. Так, отлично. С этим разобрались. Побежали дальше. Залазим. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, походу, какие-то мухи белые летают. Вон, посмотрите. Хм, мухи. На вид отличное птичье гнездо. Быстрее, бегом, 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 бегом. Ёшкин ты кот. Так, может в стелс поиграть, попробовать скрытно пройти. Чё я всех вырезаю на своем пути? Я же на самом деле не такой злобный. А кто, откуда меня могли спалить? Ага. Там много откуда могли спалить на самом деле. Да. Тяжко. Ну, мне кажется, вот этого можно снять. Ой-ой-ой. Все-таки его не стоило снимать. Блин, неужели это заметили? Ёшкин ты кот! Враг уничтожен! Враг уничтожен. Пока... Пока перезарядил, точнее поменял на пистолет, уже было поздно. И откуда... На вид отличное птичье гнездо. А, ну замечательно, мы стартуем отсюда прям. Так нам в это птичье... Слушайте, а насчет птичьего гнезда, это ж неплохая идея. То есть он нам как бы подсказывает. Давайте залезем туда. Сейчас мы зачистим этот район. Сейчас зачистим. Тише, стопе, стопе. Ребят, без паники. Так, вижу снайпера прогуливающегося. Вижу на вышке. Вижу внизу. А, и вот. Так, отлично, цели помечены. Вот еще один. И вот красавчик. Так, ага, вон еще один. Так, ну как в такой ситуации действовать? Смотрите, вот этот один стоит за стеной. Его можно снять вообще спокойно. Вот этот зашел за стену. Вот сейчас, как только он зайдет за стену, его тоже можно снять. И никто не заметит. Блин, а вот тот факт, что меня кто-то палит. Блин, меня спалили. Ну, ёшкин ты кот, а. Ты стопэ это по мне стрелять.
Есть. 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 Так, кто еще желает порцию свинца? Ни черта себе, прям здесь. Да вы офигели, ребята. Во. Все. Что? Вы это видели? Я снял всех, на и вид я... отличное птичье гнездо. Просто упал. Так, ну это, кстати, и хорошо, потому что я хочу снять всех скрытно. Сейчас так и будем делать. Попробуем всех скрытно снять. Да ладно, ладно, хватит меня палить. Что ты палишь? Что ты палишь, мне там? Так, мне кажется, надо просто поудобнее позицию выбрать. Вот, например, за этим листом, да? Железо. Так, теперь достаем бинокль. Вот кто нас палит? Тот стоит спиной. Кто-то палит. А, вот тот, что внизу. Так, вот его, кстати, можно уже снять. Единственное, у него тут есть напарник, который к нему идет. И вот мы сейчас с такого положения, если он до него дойдет, его дружок. А где он? А он там остановился, зараза. Так, то есть он до него не доходит, да? Надо его тоже бы пометить биноклем. Вот, пометили. Так, кстати, он уже ушел. Этого можно снимать, который палит нас. Лови пульку. Теперь за стеной можно снять вот этого. Лови пульку. Все. С этими разобрались. Теперь смотрите, как надо действовать. Тут снимаем вот этого. Видите, сразу уже никто не палит. Все. Можно теперь... Ё-моё, кто? Меня обнаружили? Вроде бы да. Ну да, обнаружили. Да кто? Вот же ж ёшкин ты кот, а. Так, есть тот. Нормально, нормально. Сейчас снимем всех. Так, 147 метров дальности. Попадаем четко в голову. Хедшотик. Так, где у нас еще наши товарищи? Блин, ну нас палят просто по жести. Ищите вспышку. Ищите вспышку. Легче сказать, чем сделать. Ага, я нашел... Стоять! Не с места. Я нашел, кто нас стреляет. Не вижу его. Да подожди, стой, ты не видишь. Главное, чтобы я тебя видел. Ага, спалил. Вот так-то. Лови. Так, остался еще один. Я пока не могу понять, где он. Вон где-то... Прятался, походу. Ну ладно, раз он один, в принципе, это не страшно. В принципе, один нам не страшен. Так что пройдем и снимем его. Да, неплохая вышка. Получилось у нас с нее всех снять.
Так, похоже, он где-то здесь. Ага, за этим грузовиком, похоже, что. Нет. А где же он тогда? Ага, он над нами. Вот там наверху заспрятался. Ну что ж, окей. А, или внутри. Здоров. Как жизнь? И у меня хорошо. Блин, ну да, его снять было нереально с того расстояния. Потому что он внутри сидел. Так, теперь, я так понимаю, нам нужно в вагон. Залазим в вагон. И что нас там ждет? Внимание! Состав IPM-9902. Это центр. Нам передают, что прорыв обороны был ложной тревогой. Повторяю, ложной тревогой. Вам дан зеленый свет на проезд в город. Как это ложной тревогой? Я вам полчасти положил. Так, походу мы поехали куда-то. Ну что, Шоуэй, а что ты выпрыгнул? Я думал, мы сейчас в город поедем. Вот блин. Так, ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.